Кипр активно пользуется солнечными батареями в силу того, что у него дефицит гидроресурсов и прочее, питьевой воды. У нас ведь в Западной Абхазии создается действительно огромное количество объектов размещения, причем очень приличных. Анана, я вас перебью, моя дорогая, не огромное количество. Это не огромное, это вам так кажется, что огромное количество. У нас, что значит огромное количество, если, давайте, какой пример привести, 8700 квадратных километров в Абхазии, 3600 квадратных километров в Сочи. Но если в Сочи сегодня единовременно может принять 180 тысяч туристов в койко мест, а мы можем там 39, что у нас это огромное, что ли? Хотя мы в три раза больше. Это огромные деньги, огромное. Это очень плохо ложится на уши людей.